Самарцы отметили день рождения поэта Иосифа Бродского в особой атмосфере его творчества и биографии. На сцене филармонии прошел литературно-джазовый вечер с участием коллектива из северной столицы страны. Почему в качестве аккомпанемента для стихов Бродского артисты выбрали именно джаз, расскажут наши корреспонденты. Так же внезапно, как рождались стихи великого русского поэта Иосифа Бродского, возле Самарской филармонии появились начинающие актеры. В руках книги, в устах строки из известных стихотворений. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть, так оставляют след. И они начинали с импровизации, а сейчас это уже сложившаяся программа, синтез музыки, слова и изображения. Питерский театр «Вертум» представляет на самарской сцене разные грани творчества Бродского. После первого такой импровизации очень многие наши друзья-актеры, старшее поколение, сказали, чтобы мы на этом не останавливались, продолжали работать, учить стихи наизусть и компоновать целостную композицию. Только джаз, по мнению питерских музыкантов, со своей импровизацией может так красноречиво создать образ поэта, сформировавшего в мировой литературе отдельную вселенную. Джаз, наверное, идеально подходит как жанр, потому что он очень киношный, что ли. То есть он очень красочно и рисует картинки того, что читают актеры. Полный зрительский зал. Так питерский коллектив еще не встречал ни один город, делятся музыканты. Теперь «Вертум» планирует по-своему раскрыть для самарской публики Марину Цветаеву. Елена Фролова, Алина Башмакова, Сергей Комонин. «Вести Самара».